Дорогие друзья, шалом алейхем. Мы не можем контролировать, что с нами происходит. Но мы можем контролировать, как мы реагируем после того, когда это происходит с нами. Быть евреи значит извлекать наилучшее, даже из наихудшей ситуации. Воскресенье будет 17-й день Тамуз, когда начинается 3 недели траура, когда мы скорбим разрушение храма. Еврейский народ был наказан, и он находится в изгнании. 2000 лет мы находимся в изгнании во всего мира. Евреи должны были жить в Израиле. Но что получилось? Получилось, что еврейский народ, который живет среди всех народов, очень много добро и благословения дает всем народам. Еврейский народ тоже очень много хорошего получает от всех народов. Говорится, что мир тоу, мир кеяс, Каббала объясняет, что очень много искр Всевышний упали среди всех народов во всего мира, и евреи, которые находятся везде, собирают эти искры и получают от этого очень большой браха. В Талмуде говорится, что справедливо поступил Всевышний, что рассеял еврейский народ среди других народов. Это хорошо для народа и хорошо тоже для евреев. Мы продолжаем просить Всевышний о приходе Машиаха, о Геула, но мы знаем, что пока мы находимся в изгнании, очень много хорошего мы от этого получаем. Смотрим мы на первый человек, Адам. У первого человека была очень тяжелая ситуация. У него было два сыновья. Один сын убил другого сына. И что имел Адам? Один сын, который убили, а другой сын убийца. Что делает Адам? Вместо того, что сдаваться, упасть в депрессию, он рожает еще одного сына, который дает ему очень много нахас, гордости и счастье. Есть история по человеку Йосеф Экштейн, у которого умерли 4 детей. У ашкеназских евреев есть генетическая проблема, называется Тей-секс. Что когда у отец, и у мат, они являются носители вот этой болезни, дети умирают. Что сделал этот человек? Он создал организацию, которая называется Дор Ешарим. И сегодня все ашкеназские евреи заранее сдают кровь, и когда предлагается шидух, когда делается знакомство между парень и девушка, заранее проверяют, если они могут создать семью вместе или нет. Родились 1000 детей здоровы. Он превратил свою горе, свою трагедию в очень позитивное движение, которое спасло 1000 жизней. Каждое утро мы начинаем молитва со словами «Как хороши шатры твои, Яков, жилищи твой Израиль, Матову алеха Яков, мишкенотеха Израиль». Кто говорил эти слова? Говорил эти слова Билам. Билам был яркий антисемит, пророк, который очень ненавидел евреи, и к нему обратился Балак, который очень боялся евреи, что он проклинял евреи. Но когда он хотел проклинять, у него получилось благословение. И эта браха, которая получилась у него, мы говорим каждое утро как молитва. Причина, что мы знали, что даже когда есть человек, который нас проклиняет, с правильным подход и правильной ситуацией и правильное отношение, Всевышний, оно превращается в браха, благословение. И вот так в нашей жизни. Мы начинаем свой день. Мы не знаем, что будет с нами сегодня. Конечно, желательно, что мы ощущали любовь, благословение, дружба, хорошие отношения. Но бывает в течение дня какие-то тяжелые моменты, но наше умение превратить любую ситуацию в что-то позитивное. На это надо время, надо оценить свою ситуацию, не надо сразу реагировать с эмоциями. Самое страшное, это когда мы сразу падаем в депрессию, говорим «Ой, вей, цурес, у нас проблема», и мы не даем даже шанс себе найти свет в этой тьме. И вот это то, что учит нас глава недели. Проклята превратилась в браха. Адам, первый человек, превратил свою трагедию в позитива.
он родил третий сын, Йосеф Экштейн, спас тысячи людей. У каждого из нас есть такая сила и такая возможность превратить негативная тяжелая ситуация в позитивная и веселая. Зайд гизунд, шаббат шалом. Момент мудрости с Коль Эль Тора. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только.